дорогие друзья. Я могу отсутствовать иногда в последнее время, потому что заканчиваются зимние каникулы, и у меня начинается второй семестр в 9 классе. И в этом же семестре я начинаю сдавать экзамен. Именно поэтому... Так что, ребята, мне очень нужна ваша поддержка. И... Ну, сделали как надо, чтобы было приятно мне. Ну, вы сами знаете, что вы должны сделать. Хорошая, ну и ну и в общем большой палец, ну под этим же в опис под не ну не в описании, а ну как вам сказать, ну почти как в описании, но сверху, если вы с компа, если вы не то нажимаете, но стрелочку и да, опускать вверх описание и не туда, а именно под видео прям ставьте левый палец вверх и на красную кнопочку одну. Ну просто это говорю, чтоб поддержка была, потому что для меня экзамен это очень строгая штука. Так что... мне придется обходиться как-нибудь, потому что в школу ходить уже где-то уже через 2 дня уже буду идти в школу. Ну, короче, вот такая вот обращение ко мне было, и, ну, как сказать, ну да, обращение, типа, но я просто говорю, что потому что меня может и не будет, скорее всего, может, возможно, по крайней мере, неделю мне не будет, но это возможно, а так, ну, а так у меня... Не записываю из-за того, что просто у меня нет идей на видео и все. Короче, вот. Пока вот это вот дело идет. Буду такой вот сделки такие вот. Но вы сами поняли, о чем я. И, в общем, сейчас буду играть в более для вас странные игры, потому что, ну, мало кто знает, во что я играю. Так вот, игра называется Tillerland. И вот сейчас я вот прохожу и... Вот. Он сказал, что мне нужна ваша поддержка, ну, понимаете, ну, не такая прям сильная поддержка, чтоб нагло я вас попросил, был попрошайка, но... Ну, просто поддержите меня, как вы можете, и все. Ну, в принципе, ну, такое вот почти, можно сказать, обращительное видео, но, в принципе, я планировал записать геймплей некоторых игр по FNAF, но довольно качественных. Ну, такие, как я люблю. И в общем, по крайней мере, возможно, не будет по модам видео, возможно, не будет. Ни по Балке, ни по ФНФ. Но больше имеется... Ну, большая часть это, конечно, ФНФ, потому что ФНФ, она
начинает фандом гнить и прогнилась вот так вот и потом же ну и короче и ну короче вот такой вот ну в принципе но большая часть это конечно ФНФ да но потому что фандом начинает гнить ну вы сами понимаете и в общем сами знаете чем она именно гнится но сами понимаете о чем я ну и такой вот yes я видел о том, что делается, ну и я хочу к вам обратиться о том, что по крайней мере по модам именно видео не будет, потому что ну она возможно как-то будет, но мне как-то уже надоело как-то. Вот. Вот. 11-го. Вот. Ну, а дальше я хочу обратиться к тем, что некоторые люди начинают меня фейтить и так далее. Ребят, это плохо, потому что у меня у меня есть личные, ну, дела. Ну, вы сами понимаете, вот. И такое вот все обстоятельство, можно сказать. Ну просто иногда вот понимаете, что когда я собирался опубликовать видео о том, что Аминьо Экстра, ну, шуточная версия Опти-Калкаса, которая на самом деле не Опти-Калкас, а Sister Location, Final Teaser Island, вы поняли. И в общем, мне кинули, YouTube кинул желтую монету. Из-за чего? Правильно, из-за музыки, использованные с авторскими правами. Ну и, в общем, я просто тупо, ну вот, не Play TV, вот писал, что почти что-то так со мной, потому что я начал психовать, думать, чтоб я ушел из канала вообще, но ну, это просто мой тупо психоз, из-за чего я постоянно ухожу. Вот. Сейчас похожу в ложе вот это вот. Всё. Сейчас я уже музыку уже заменил. А на именно на музыку менюшки FNAF Ultimate Edition 3. Почему именно так? Потому что мне это больше понравилось, и я решил именно вставить. Музыку вставить. Ну, в общем, мой записывание рекорд это бандикам, как вы уже увидели сверху в середине. В общем, можно записывать только 10 минут, так что всем спасибо за внимание, пока.